Хай, с вами Антикэп, и сегодня у меня на обзоре сериал «Ганнибал». Вкратце, сериал просто охуенный. Это просто нечто. Когда смотришь этот сериал, ты понимаешь, что его снимал реально какой-то немножко больной на голову человек. Операторская работа, кадры, стиль. Это просто что-то с чем-то, это нечто. То есть такого ничего нигде не было, вы такого не видели. Это больная эстетика. Это нереально описать словами, это неебически круто, понимаете? Это шикарнейший, шикарнейший просто сериал. Кто его по какой-то причине пропустил или считает, что это сериал плохой, идите нахуй. Это пиздец, какой охуенный сериал. Вы обязаны его смотреть. В нем офигенские актеры. В нем есть душа. В этом сериале есть крупица безумия, которую вы не увидите ни в одном сериале. Оператор этого сериала просто гуру своего дела. Некоторые сцены повергают просто в шок. Это уникальный, уникальный просто сериал с уникальной подачей, интересным сюжетом, шикарными и качественными персонажами, отличной подачей, интересной задумкой, а также непредсказуемым, супер изобретательным визуальным рядом. Какой вывод ты можешь сделать, мой юный падаван? Взял и побежал смотреть этот сериал. С вами был Антикэп. До следующего раза.